Всем привет! И это опять соревнование. Вообще, после моего предыдущего видео, ссылочка на него будет в описании, я ехала еще два раза соревнования. Это, получается, мои четвертые. На первых соревнованиях я ехала жерди крестовины, а сегодня буду 60 сантиметров на двух лошадях. Я стартовала 1 и 17, поэтому сейчас разминка. Я все проехала чисто, но иногда не попадала в такт лошади или в расчет. Последний барьер чисто, и на ней я получаю первое место. На втором старте, видимо, я расслабилась и поэтому перепутала маршрутный барьер с разминочным. Оказывается, за это меня сняли с маршрута, но они разрешают доехать. Ну а на третьем барьере я сделала слишком маленький поворот, и поэтому, конечно же, конь меня обнес. Забыла добавить, что оба старта на чистоту и резвость, поэтому я срезала. Уже дали нам в соревнованиях. Нам дали вот такой вот корм для лошадей с банановым вкусом. Вот. И также за мое первое место дали вот медаль.